Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в шестой выпуск пятого сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В четвертом выпуске «Пути со дна» я закрыл квест «Водолей», часть первая от терапевта с водой в общежитиях. Затем вынес папку на таможне по квесту лыжника «Вымогатель» с N-ключом и времянкой на заводской территории. Добил диких в лесу по квесту «Пикник со стрельбой от прапора». А в пятом стрим выпуске я добил квест «Знакомство», передав сухарики Емеля егерю. Выпуск поддержали финансовые Скланч, Болла, Денис, Сэп Банни, Илья Лето, Чудик, Антон Палыч, Фролков Сергей, Даймио, Романыч, Грэнд Сан, ЛТ Костенко, Лунный Кошак, Артифлекс, Димон, Коста, Мутри, Сирота и Деп Пехт. Большое вам спасибо! Крепко, как всегда. Будьте здоровы! Привет Сибири в Латинскую Америку! Вот так вот. Бани, на семерке 64 бит должна запускаться хотя бы, я бы в техподдержку обратился. Привет, Улан-Удэ. Ссылка на скрины с настройками графики и постфикс будет под видео в закрепленном комментарии. Еще привет 235-й легендарной пожарно-спасательной части Ордена Ленина, Первому каналу. Спасибо всем за поздравления, за добрые пожелания и инфу, которые делитесь по игре, ну и за плюшки, естественно. Всем приятного просмотра. Сижу такой довольный, красивый, счастливый, записываю, а оказывается ничего не записываю. Я сдал тут дейлик, тройник надо было передать механику, получил немного опыта рублей и лояльности, маленький кусок. Сегодня хочу поработать на егеря, здесь хорошо так опыта за квесты выдают, если получится пару квестиков попробую закрыть. Путь выживальщика беззащитен, но опасен. Необходимо убить диких в лесу, не используя броню, пятерых. Тарковский стрелок, часть первая. Не знаю, закрою или нет сегодня, но по крайней мере начну. Хотя может повезти, я в одном рейде могу закрыть. Убить пятерых диких нужно с расстояния более 40 метров, но при этом нужно использовать болтовые винтовки с механическим прицелом. Квест-движуха у лыжника также висит, не хочу его делать, честно говоря, на заводе, там больно сильно меня пинают, поэтому возьму с собой как дополнительный глок, если вдруг попадется где-то парюга какой. Может посчастливиться по движухе чуть продвинуться. Вот такая снаряга будет, если что, я ее чик в мешок сразу, эту, как ее фамилия, броню. Бам-бам, пострелял, чик назад натянул. Сегодня хочу попробовать поиграть на спящем сервере. Это Северо-Восточная Америка сервер. Сейчас там глубокая ночь. Может быть, мне посчастливится попасть в рейды более спокойные, что ли. Ну, так как у меня сейчас квесты такие, что пострелять диких, вынеси то, забери то. Поэтому выживаемость сейчас сыграет очень большую роль. Так, я на старом депо. Выход на мосту. Блин, деревня. Так, на изготовку пистолет. На случай внезапного столкновения с ЧВК, чтобы попытаться с пистолета застрелить кого-нибудь, да? Вот так, если что, с болтовки. Я предлагаю сначала не лутаться, а сначала постараться подстрелить дикарей. Где-нибудь как-нибудь можно попробовать вот здесь позицию занять. На переходе на эту, на новую территорию. И попялиться вот эту поляну со спавном диких. Как тебе мой план? Да он идеален. Примерно что-то... Что-то примерно вот в таком духе. О, ну отсюда вообще, смотри, обзор шикарный открывается. А вон и дикий идет. Неудобно. О, одного положу. Там еще двое тусуются. Нормально. Значит, надо как-то удобненько прилечь.
и просто ждать. О, идеально. Если никто не помешает, можно постараться сделать. Пофиг, буду лежать ждать. О, а что-то я россыпи совсем мало взял. Ладно. Так, чего у меня там получилось сделать? Да, первый есть. Зашибись. Вот он пришел, красавец. Най. Диса, диса. А он знает, где я. Только не стреляй, ладно? О, ползет. Ползет, ползет. Есть кабанчик, и вон он еще. Далековато. Ну что-то прям мне... Ай, далеко. Ладно, ждем дальше. Патронов нет. Ну ничего, такой патрон не редкий. Может потом внизу там с диких издербаним этот патрон, да? Калибр. Двоечка есть. Ждем того, который в депо ушел. Вернется рано или поздно, по любасу. Опа. Так, блин, проклятая трава. Да ну, серьезно. Блин, как же неудобно-то, а? Так, у меня еще есть полный магазин. Хотя бы одного точно должен забрать вот этого типа. Блин, неудобно, капец, фиг разглядишь на такой дистанции. Если честно, такое ощущение, что с Мосинки как-то попроще это делается, как-то с нее проще прицеливаться, что ли, или патрон точнее летит. Вон он. А ты запарил, блин. Ты что делаешь-то, выдёныш? Блин, он сейчас меня обижать будет. Попадет разок другой по мне, и все, пиши, пропало. Как-то перехитрить надо его. Ау. Ну вот примерно про это я и говорил. Блин, он заагрен на меня. И это плохо. Если он ненужное вот это внимание привлечет сюда, да? Так, давай-ка, наверное... Все в один магазин. Скинем. Че, что злой-то такой, ну? Блин, он видит, слышит меня. Он вообще близко пришел. Вот заколебал, а.
О, Уайл Шизе нашел 4 класса. Но он глухой. Короче, дикарь включился, нифига не подпускает меня. Что-то как-то его надо облапошить. Выйти. Там, где он не ждет меня. Это вообще, по-моему, не дикий. Все, патронов нет нафиг. Трассопухи не взял с собой, Диса. Давай поищем патроны, что ли. Да, не рассчитал я, конечно. Я думал, да что там диким стрелять, бам-бам и все. А нет. Так. Пошло лутание, значит. Может, это его не дикий вовсе был? Да нет, дикий. Блин, и кореша его не посмотришь, да? Они там лежат прям на открытой поляне. Нифигашеньки. Сам себе создал проблем. Поехали, тогда выйдем с локации. Деньги я не взял, я уехать не смогу, поэтому... Капец. Придется... исполнять. Или давай рискну, пофиг. Трупы посмотрю. Просто какой-нибудь этот самый, да, вепрь найти. Ну, ВПОшный этот. Пофиг, там любые ФМЖ, патроны, любые подойдут. Слышала, что ли? Ощущение было, что кто-то подходил с той стороны. Ох, сейчас выйду, схлопочу. Вон он бегает. Так. Это вот того я точно прям на глазах будет, да? Вот здесь лежит. А тут дробовик. Пацаны, щемись, граната! Ё-моё!
так и думал, что их двое тут. Да вон, вон он! О, то, что надо, по-моему. Точно. Да пошел ты, ты прям божий одуванчик. Короче, надо мне разрывать дистанцию. Вот так вот. Вот так вот. Так, у какого-то дикого, скорее всего, которого здесь ближе ко мне лежит, у него как раз еще можно будет найти вот эти вот патроны. О, еще там двое опять. Еще подгрузились. Я же говорю. Блин, а я не вижу его. А что такое? Ура. А я в броне его убил. Ладно, это хотя бы 40 метров было. Ох, мать, сюда пришел. А, у меня шлем был, он же тоже как броня считается. Ту, иди, твою мать. Ладно, давай хотя бы патроны заберем. Этого типа патроны. Да, 10 патронов всего. Ну ладно, хоть что-то. Так, у тебя что, бортело? Мурка. Вот что-то в этом духе и получилось. Ладно. Сейчас посмотрим, что из этого всего получается у нас, да? Так, по задачам беззащитен, троих только получилось. Так, по Тарковскому... Еще один остался на дистанции 40 метров. И можно будет на дистанцию хотя бы забить. Ну так вот, ладно. Че, может тогда в деревню сходить, посмотреть, что там? Может быть, на дороге кого подстрелить получится? Я думаю, адекватный вариант. Сейчас как раз еще подкрепимся пока. Да ладно, еще заспавнился, прикинь. Слева здесь. Ай, хорош. Так, я куда-нибудь и сюда скину пока. Вжух. Ай, броню тоже скину. Может, получится сейчас. Вон он. Лутация идет. А, нет, идет сюда.
Ой, здорово. Тарковский на 40 метрах. Да еще и без брони все это дело было. Тарковский готов. Зашибись. Ну вот. Еще один без брони. И дело в шляпе. Еще один без брони. Да пофиг, давай где-нибудь здесь, на ближайшем переходе посмотрим. Тут, правда, постреливал кто-то. Вот это вот меня немножечко напрягает. Или уже деревню посмотреть. Давай деревню, что ли, глянем. Эй, ладно, мне же дистанция теперь не обязательно. Давай здесь под скалой. Мне один дикий нужен. И, по-моему, даже не обязательно будет выходить. Так что, уже если погибну, недосадно будет. Хотя уже Тарковского закрыл, считай. Уже, можно сказать, реализовал рейда. Эргономика с глушителем, конечно, падает в разы на горностае. Хотя без брони, ой, без этого, без глушителя вообще четко. Все-таки, если была Мосинка с глушителем, я бы лучше Мосинку взял на дистанцию какую-то. Там стреляют на МЧС. Опа, я кого-то видел, промелькнул кто-то. Садишься. Идем. Братела, ну давай. Ты мне один нужен. Ты да в пекло этот глушитель. Блин, и эту планку не снять. Во, смотри как. Моментально просто прицел входит. Куда он делся? Да придет по-любому. Ладно, надо было в самом начале тогда глушитель снимать. Сейчас уже поздно. О, вон он. О, вижу их! Сич. Попал и угорает, прикинь. Ё-моё, я сейчас сольюсь от этого дикого. А, нет. Лесохатрый. Лесопобедил. Ё-моё. Все, можно. Что же хочешь теперь делать? Все, что хочу я, это выйти с локации. Просто, ну, убежать мне надо на другую вообще сторону. Ключ от ЗБшки у меня имеется. Давай здесь за скалами по безопасному пути тогда прошвырнемся. Что у нас по времени? 15 минут, этого вполне достаточно. Попутно еще пару-тройку тайничков можно будет глянуть, да? Вот тебе на месте и нашли и патроны, и диких, и все на свете. Теперь можно еще и шлем напялить. И остальное долечиваем. Блин, сейчас если вдруг у меня кровотечение откроется, даже легкое,
это может плохо закончиться. Ладно, вдоль скалы, по лутательной тропинке, что ли, потихоньку, помаленьку в сторону ЗБ-14 пойдем. Может быть, кто-то знает, раньше был порог 160, по-моему, миллисекунд, пинг, до вылета. Сейчас какой-то порог куда подвинули? Есть инфа? Поделитесь по-братски. Может, так глянуть? Для квестов мне вот само то, вот такой вот дальний спящий сервер. Молочку сразу впитаем. Пацаны уходят на закат. О, красный таймер. Но я, в принципе, уже недалеко от выхода. Если никому дорогу не перебегу, то выйдем еще и с лутом. Ля, красота какая, глянь. Вах-вах. Не, ну это превью же получается. Да? Вай, вот это, ох, вот это вообще превью будет. Какая красивая смена времени суток в Таркове, а? Ну красиво же. Смотри, как свет играет. Я, конечно, не графодрочер, но... эстетику уважаю в играх. Опачки. Лутанули. Ну, неудивительно, тут всегда лутанный тайник. Так, чё, каков маршрут? По этой лэп еще один тайник смотрю. Спускаюсь до техники. Там трактор будет. Экскаватор или кто он там. Там попялимся и в ЗБХу спустимся. Полутаемся, если чё. Если там выход, там же и выйдем. Если нет, то до окраины там рукой подать. Даже дикари нигде не стреляются, не кошмарят, да? Мирно живут. Мирно лутаются где-то. Молодцы. Аккуратно сопки, мы сейчас и тайничок вскроем. Вот эта тропинка вообще, по идее, она очень безопасная. Я не помню, чтобы я там погибал на этой тропинке. Единственное, когда вот сюда выходишь к этим тайникам, тогда уже, да. Тогда уже реально кого-то встретить. Вот, мы сейчас попитоним от души. Ой, я термит нашел. Приятного. Восполнил воду и энергию в организме. На зеленке не пойду лутать. Не думаю, что я там что-то найду. Вот, вот здесь на технике можно попялиться. Вот тут спавнится, там спавнится на палетах. Всякие болтики, гаечки. У тебя шланги. Точнее, трубки силиконовые. Ну, а чё бы нет. Копейка рубль бережет. С
ЗБХ бы работало, было бы замечательно. Я не особо хочу идти туда далеко на окраину. Спуститься, лутануться, да и выйти. Работает, но тут, судя по всему, лутано уже. Ну что, видал? Японский бог, тут что было? А я еще такой, что-то тихо, нормально. Возня-то вся тут была. Залутали и ушли. А у меня не страховано, можно не скидываться. А вот это вот я бы забрал. Вот так вот. Мосина новенькая. Этого чё, дикий убил? По-моему, тут кто-то есть. Битком забит. Так, вот это можно от сунды сразу. Еще морфи с галочкой. Это СКС? Нет. Забирать. Аквапепс. Все, больше ничего получается не надо. Вот это, вот это. Вот это, вот это. Охренеть, тут месилово было. Да ладно, нет смысла тут что-то смотреть. Я уверен, что все лутано. Кто-то раздербанил их всех и вышел. И судя по всему, это с моей стороны шли ребята, да, на выход сюда, в этой стороне. Вот это я нашел, конечно, под конец еще кучу лута. Нормально. Хороший рейд получился, однако. Ну что я могу сказать? Это я оказался в нужное время в нужном месте, получается. Что по диким, мне крайне повезло. Там не было практически ЧВК. Да не практически, а не было никого. Только дикие лазили. А где была вся возня, меня там не было. Но пришел, когда уже все, тела уже даже остыли. Куча лута просто лежала. Егерь сегодня в почете. Путь выживальщика беззащитен, но опасен. Квест завершаем. Пятерых диких в лесу, не используя броню, застрелили. И тарковский стрелок, часть первая, тоже завершаем. Дистанция 40 метров, 5 диких, с механического прицела. Заджбошили. Выдает теперь путь выживальщика запасливый, мне надо в бункерах в ЗБ-16 и ЗБ-14 в лесу заложить по искре и водичке. И тарковский стрелок, часть вторая. Здесь тоже дистанция 40 метров, но можно использовать оптику. Надо будет три ноги стрельнуть по диким и две головы. Че, поехали дальше? Еще раз в лес, мне надо попробовать заложить еду и воду для егеря. Тут одно мы немножко схлёздим, одна единица из 60 будет, но ее тоже можно будет закладывать, так что это не проблема. За ЧВК мы пойдем в лес, и моя
задача – это настрелять диких. 3 раза по ногам попасть и 2 раза по голове попасть. Посмотрим, какой будет спавн, пока ничего планировать не буду. Но в первую очередь хотелось бы сразу в бункеры спуститься в ближайшие, чтобы избавиться от перегруза, во-первых. Во-вторых, чтобы не таскать с собой квестовые предметы. Так, Эндер, все заряжено. Бункер черти знает где, я возле коттеджей. Ну, зашибись. Ладно, тогда в 16-й бункер в первую очередь пойдем, так как он абсолютно мне вообще ни в каком направлении не по пути. Единственное, передо мной сейчас будут спавны. Вот это может стать проблемой, вот это. Так, наверное, будет правильнее, если я чуть правее обойду. Попробуем с этой стороны. Чуточку рискнем. Но зато сократим путь здорово. Выглядит спокойно. Пока. Ничего не буду смотреть пока. Ни тайники, ничего. Чисто на результат сейчас. Пока есть. О, видал? Значит, правильно я сделал, что здесь пошел. Получается, кто-то уже там на диких наступил, видать. Да, по лесу бегать с пистолетом. Немного удовольствия, конечно. Но оно всякое бывает. Опа. Это прям близко пули ложились. Прям, ну, очень близко. Вот там первый бункер. То, что работает выход, мне это абсолютно, в принципе, не интересно. Так как это не мой выход. Все, вроде тихо. Пробуем. Здорово. Часть готова. Без лутания пока. Без лутания. Стрельба в стороне МЧС была. Так что пойдем по этой стороне. Блин, я вот сейчас думаю, что делать, или поляну позырить насчет диких, или пофиг уже в сторону ЗБшки пойти, чтоб с собой не носить. Блин, но я все равно туда приду уже, и все, и там выход, в принципе. Окей, давай тогда попробуем хотя бы часть, что ли, квеста сделать. Посмотрим, есть ли тут дикари на поляне. Уж вода и сухпай не такой уж и чрезмерно ценный ресурс.
Дома есть еще один экземпляр. Если просрем, будет еще одна попытка. Так. О, есть. Красавец. Кто-то по нему же, что ли? Кто-то, по-моему, по нему же смосеньки пилит. Я сейчас квеста сделал. Три ноги, одна голова. Еще одна голова. И квест в кармане. Надо менять позицию срочно. Стреляли там. Стреляли там. Еще есть МЧС, возможно. Сейчас в эту сторону пойдут. Было бы здорово облапошить сейчас всю эту систему, да? Распознавание, позиционирование. Стрельну где-нибудь под скалой, доделать квест. А самому фить. И смыться в другом направлении. Такого финта точно никто не ожидает. Лесохватры. Давай попробуем. Только бы дикого одного хотя бы найти. Докидаем. Вот так вот. Ну, где вы, родненькие, когда так нужны однушечка всего. Есть. Бормочет где-то. Сейчас придет, наверное. Опа, вот он. Так, там дистанция же нужна, да, по-моему? Ну-ка. Фантастика. Еще кто-то ворчит там. Есть еще один тарковский стрелок. Блин, горностай, отвечаю, недооцененное оружие для выполнения вот этого квеста тарковского. Ей-богу, хороша пушка, хороша. И дешевая, и доступная. Боеприпас дешманский вообще. Бери, шмаляй, не хочу. Любой квест тарковского стрелка. Вплоть до 25 метров, да, чувака? Спокойно можно с этой болтовкой делать. А если еще и БП-патрончики где-нибудь надыбал? Вообще песня. Так, я по своему хитрому маршруту тогда пойду. За этой скалой аккуратненько. В сторону ЗБшки. Если Таркову все понравится, он меня выпустит спокойно. Давай лучше попробуем, если еще и заложить удастся, попробуем два квеста сразу закрыть. Да, это то же самое, что на коттеджах стреляло. Так. Опачки. Чайник, это хорошо. Антикварный.
стрельба, судя по всему, где-то то ли на лесопилке, то ли чуть дальше на КПП Есеков. Так что на Орлином гнезде он будет поаккуратнейшней. Возможно, оттуда они как раз в мою сторону пойдут. До сих пор там пилит диких коттеджах. Ну, пили на здоровье. Ты нам не мешаешь, мы тебе не мешаем. Оба-на. Самогон. Самогон. Вкусный напиток. Самое главное, прибыльный. Можем быть, либо продать, либо заныкать его где-нибудь дома. А я лучше его продам. В ближайшее время он мне пока не понадобится. Зато второй кейс для хлама мне как воздух вообще нужен. Схрон ломится от хлама. Складывать некуда, и все надо. Но улучшение туда-сюда. На квесты. Потом до барахолки докачаюсь до 15 уровня, а там уже продаться можно будет неплохо так. А то сейчас все, что я продаю, это только торговцам продаю. Зачастую там выгода не очень. Где-то тут возня была. Примерно. Блин, вот эти вот тайники вообще никогда никто практически не лутает. Редко, когда они вскрыты. Всегда что-то нахожу интересное. Все, незаметно в сторону Забехи ползем. Если там будет флайер гореть, там и выйду. Заложу и выйду. Один дикий остался. А, нет, я же добил его, все. Да вроде спокойно выглядит, да? И стрельба притихла. Видимо, выяснили, кто сильнее. И пошли дальше во свояси. Вон он, КПП. Вроде никого. Ну что, пол мешка еще пустует. Можно попробовать пару тайников здесь тоже мацануть. Кто знает. Может, там добро какое. Ох, вау, смотри, он полный. Вот это мне надо по квесту. Блин, ПМ с галочкой тоже понадобится. Не скоро, правда, но потом надо будет. А потом, когда он надо будет, днем с огнем его не сыщешь. Сюда правее пойдем. Блин, какие-то артефакты вот эти вот черные пятна меня кошмарят иногда. Они как будто как старые тени, текстур старых. Хм.
Вон опять чернь, видишь? Чик пропала. Кошмарят. Ё-моё. Вот этот редко тоже тайник, да, лутают. Бам, есть что-то. Устроила из печки. Спички мне нужны, кстати. Пару коробков надо. Вроде как. Ну давай, Тарков, скажи, что я спокойно выйду на забехе. Заложу там все, что мне надо. Здесь на шишке бывают еще товарищи сидят. Товарищи нехорошие. Где-то далеко там есть эхо стрельбы. Это уже точно не в нашей стороне. Так, что там, 23 минуты осталось. Сейчас уже челоботы подъехали. Или должны подъехать, как минимум, с минуты на минуту. Поэтому желательно бы ноги сделать с локации. Есть, работает выход, зашибись. Вроде никого. Переливчатая лутаться схватился. Давай я, наверное, сначала заложу предметы. Шикарно, красота. Я два квеста закрыл. Ничего, да? Ой, тут не лутано. Может, шестидесятник перепадет сейчас? Чик, электродрыгатель имеем. Патроны поросята не то. Нет шестидесятника, к сожалению. Зато здесь железяк разных полно, я смотрю. Нормалек. Ну чё, пойдет. Выходим. Нормальный, спокойный рейд получился. То, что надо. 19 примерно с половиной минут, 1,5 примерно 1000 опыта, 2 диких в голову, все остальные попадания были по ногам, значит, Тарковский у нас в кармане получается, стрелок. Путь выживальщика запасливый, заложили искра, сухой паёк и бутылку воды в 2 бункерах в лесу. Здорово. И Тарковский стрелок, часть 2, сделали попадания по ногам 3 раза, в голову 2 раза, и все это с дистанции более 40 метров, используя болтовые винтовки. Тоже квест пройден, зашибись. Дает теперь квест «Путь выживальщика живчик». Простенький квест. Провести в состоянии полной дегидратации. 5 минут, исключая завод. Продразведка. По этому квесту мне нужно будет идти на новую локацию и проверить магазины. Шестерочка на Никитской. Супермаркет «Спаржа» на Приморском. Магазин «Спаржа» в отеле «Пайнвуд». Магазин «Гашан» в Конкордии. Но это я буду делать тогда, когда найду в рейде палку колбасы «Соленый пес». Сдам колбасу, потом можно будет спокойно уже делать эти проверки. И Тарковский стрелок, часть 3. По этому квесту мне нужно ЧВК с расстояния меньше 25 метров, используя болтовки, убить. Это будет сложно, но это будет завод. Наторговал я, в общем, куколок-тряпочек там из наградных, которые, ну, награды за выполнение квестов пришли, предметы тоже их понапродавал, и могу теперь себе позволить кейс для хлама. Пойду в лес, пойду в какое-нибудь укромное местечко, какой-нибудь кустик припаду, захаваю таблеток, чтобы
это, воду вывести из организма. И, по-моему, там выход выживания не обязательный. Можно будет походить, посмотреть эти железяки всякие, набор железяк, потому что мне надо как-то тренажерный достраивать, а у меня не хватает там предметов. Там 4 целых железяки надо эти найти. Хотя бы, чтобы дебафы все эти исчезли к черту. Дождливым вечером вышел Диса, как-то говорят, в лес, дегидратацию, да? Выполнить южный пост, выход на мосту, северный пост. Ладно. Короче, мне надо бы по-хорошему чесать на затопленный хутор куда-нибудь в ту степь. А чё, давай куда бежать? Зачем далеко бежать? Давай какой-нибудь ближайший куст просто найду, в него упаду. Вот этот даже подойдет. И все. Значит, в первую очередь мне надо вывести воду из организма. Как я это буду делать? Одна таблетка. Все это делается таким образом. Бам. Нажимаешь. И прерываешь, короче, эту самую анимацию. Левой кнопкой мыши. Нажимаешь. Прерываешь. Тем временем вода из организма выходит. Либо вот так можно. Все. Таким образом мы выведем сейчас воду из организма. Все, готово. Вода из организма вся куда-то испарилась, анальгин у меня остался. Сидим. Ничего не делаем, ждем 5 минут, пока выполнится квест. Все, готово. Теперь принимаем эту таблетку, чтобы муть из глаз ушла. Чик. Употребляем воду. Энергетик туда же. И теперь просто приводим в порядок своего ЧВК. Лечимся, то есть. Все, готово. Как новенький. Так, по квесту мне надо, получается, выжить-выйти, да? Да, выжить-выйти с локации надо будет. Блин, жалко. Я думал, уже все. Терять нечего. Ну и ладно. Пошли выживать. Во, блин, на мосту выехали. Ну ладно, у меня там северный, южный пост. На южном посту выскочить можно будет, ежели мчо. Тогда предлагаю, как поступить. На эти не пойду, на лагерь юсеков. Там опасян. Пойду через зеленку тогда. Через зеленку посмотрю затопленный хутор. Посмотрю, потом пойду в коттеджи. Вот такой, в общем, маршрут. Здесь у нас еще ящик с инструментами есть. Все в лесу есть. Лес кормит. Лес кормит и делает квесты. О, то, что надо. Сразу сюда его. Хотя у меня с ЗБ есть ключ. В
Вот, одна есть. Одна дома была, одна еще есть, еще три осталось. Вот такими маленькими шагами оно и выполняется, получается. А была бы сумка большая, несгораемая, которая... Так тогда вообще даже и помирать-то не жалко. Берешь пистолет, накидываешь рюкзак, да и пошел. Дешево и сердито. Вышел с мешком полным, хорошо. Без него пофиг, в гамме так. Как маленький рюкзачок. 9 клеток. Добра навыносить как раз для убежища вообще. Изи-пизи. Так, тут могут дикари лазить, не только ЧВК. А это интересно мне знать, в мою сторону идут. Или наоборот. Что-то есть. О, лев. Ядрёна вошь. Сюда его. Лёву надыбал. А была бы гамма, я бы её в гамму засунул, льва этого. Проблем. Вот такие вот ящики с инструментами меня интересуют. Такие. Попадается добро, но не совсем то, что мне надо, конечно. Однако пустым точно не уйдешь отсюда. Эй, земляк! Да. Вот это ты палево создал. Хуярь, медведя! Сука, блядь! Фары, врубай, блин. Зараза. В броне, что ли, какой? Служивый! Подлюка. Воу, ты чё? Алло. Да как ты живёшь? Потому что там картошка у него, понимаешь? Я не могу её пробить. Всю округу на уши поставил, но я это делал ради того, чтобы дейли квест закрыть. Мне там один дикий оставался. С убийством в живот или, грудь. Вот тебе и 4-й класс брони, да? С пистолета хрен пробьешь. Сейчас за любым закоулком может сидеть какой-нибудь смотрящий.
естественно. Ладно, пока с пистолетом будем лазить. А если дякий какой выскочит, то можно будет уже с автомата его напилить. Что намеченном коняло? Понятно, понятно. Ох, мать моя женщина. Не совсем просто это. Так, рубли мне уже не понадобятся, так как машина уже уехала. Что эти 5000 мне ни к чему. Там полный мешок уже. По времени как? Двадцаточка. Да нормально. Блин, правда, сейчас челоботы туда подъедут уже. В деревню эту. Ну и ладно, я тогда здесь хату посмотрю и пойду в ту сторону потихоньку через тайники. Если то, что мне надо для убежища, найду, я найду место для этого. В любом случае. У нас по пути будет еще три тайника, по как минимум 3-4. 5-6. При желании, конечно, можно по тайникам прошвырнуться, но я бы хотел непосредственно в деревню внедриться. Ах, морфий бы забрать, да? Заберем. Вероятность, конечно, встретить сейчас чувака невелика. В основном все, что будет сейчас встречаться, это либо дикие эти челоботы. Хотя я же чувака, я же бегаю еще на локации. Может, такой же, кто заблудший сын будет. Сын Таркова. Лампы нам нужны. Так, у меня аптечка, если что, есть. У диких там, наверное, будет час. На деревне, на этой. На коттеджах. Дофига и больше. Так как ребята там довольно быстро выехали на машине. Если даже они их перебили, сейчас новая партия там подгрузилась 100%. Ну ничего, справимся, я думаю.
держим на месте. Здравствуйте. Лут к осмотру. Есть дикие. Пошел красавец. Второй вам под дерево. Тихо, тихо, что ты начал-то? Левый коронный, правый похоронный. То есть ты не отстанешь, да? Че, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Не, ну я не хотел этого. Мне стреляться здесь не особо-то и надо. Так, таблетки, шмаблетки, это все фигня. Мне нужны железяки. Запчасти, мать их. Ай, не то пойдет. Это забрать. Хотя лучше я ее домой заберу. Жандр жалко. Так, один дом исследовали. Ничего не нашли с того, что нам надо было. И на него разгрузка там хорошая. Нужно было бы зацепить. Уф, уши аж отдыхают. Давай я пока свое тут кидану. С него скоммуниздить надо. Вроде больше никого не видел здесь по диким. Ой, ё-моё, он не знает ее. Вот это хорошо. Во! Пойдет. Теперь мы вот так вот делаем. Так вот делаем. Вот так вот делаем. Все, место есть, летаем дальше. Персонаж уже тяжелее намного стал. Чувствуется уже. Метаболизм, мать его. Пятый уровень. Как чувствовал, что сейчас что-то качнется по метаболизму. Ну и вот это сверху. Шлифанем армейским соком. Ладно, шевелиться надо. Все это интересно, прикольно. О, колбаса. Квестовая колбаса. Ну что, можно и домой. С уверенностью. АКМчик новый. 41 килограмм. Ну все.
Молот лежит, смотри. Кувалда, то есть. О, ну этот сделали те ребята, которые здесь изначально были. Которые на машине его ехали, выходит. Возможно, они тут улутались. Кофе можно было бы взять, но я его сейчас продать не могу. Его только на барахолке, если продавать. Ох, как будет досадно сейчас откиснуть, честно говоря. Что по времени? Почти красный. Нормально. Я думал, будет больше диких гораздо. А нет. Можно сказать, что тихо. Что морфий? Сахар. Аккумулятор? Нет, дрель. Нужна, но брать не буду. Еще не срочно. Да ее купить проще, она нормально так стоит. В смысле, дешево. О, не, не то. Вот это я, конечно, от души лутанулся. Так, внутри может быть? Да, может быть. Это что, самогон лежит? Нет, сок. Автомат висит. Хороший автомат. Новый. Бля, меньше половины тут вообще. Ладно, реляху скину. Ну все, в принципе. В принципе. Чампунь. Чампунь. Белый броник. Ладно, я предлагаю тогда чесать на выход. Я думаю, что пора. Тем более, что у меня есть колбасява. Я ее не так часто встречаю в рейдах в Таркове, поэтому я думаю, имеет смысл ее вынести. И как раз к следующему выпуску можно будет, если вынесу сейчас эту колбасяву, в следующем выпуске можно будет на улице Таркова сходить, выполнить этот квест, да? Продразведка для егеря. О, у меня даже не это, не отдыхляля. Не накапливается выносливость. Ну, тут осталось совсем ничего. Так что я думаю, что еще пару ящиков смогу посмотреть. Смело. О, тут около половины, 7,62.
пилить будем. Ползать придется. Даже не знаю, смотреть. Не смотреть ящики теперь. На таких условиях. Да, полрейда поживешь. Считай пол локации в твоем распоряжении. Спокойно ходишь и лутаешь. Круто. Ладно, это квестовое забираем, значит. А ролл у нас не квестовый. Можно подзабить. Патроны. Сгуха, что ли, там стоит? Свеча, 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 свеча. О, авторем, получается, забабахаем, да? С такими темпами, если свечи будем находить. Газоанализатор бы еще найти, вообще, сугает был бы. Я бы еще один квест закрыл бы. Пять минут до конца рейда. Полет нормальный. Тут, скорее всего, все лутано. Да. Так что... Смысла не вижу тут осматривать. Верха. О, тут не лутали, видимо. Да ты чё, циклон? Хотя эти проводочки, нафиг я их? Или же сварить можно будет. А, и тут, смотри, добришка. Ну вот как раз провода мы сюда и чик поменяем. Ну, как-то так. Получается, что... Все, я почти на выходе. Вон он, КПП, уже забор видно. Который мне нужен. Это северный КПП. Тут я и выйду. Кряхтим, пыхтим. Кучу лута тащим. А главное, колбаса он ушел. Все, я на выходе. Ух ты, что-то есть. А, гадюка. Ладно, хрен с ней. Большой, однако, рейд получился. 3000, не так уж много опыта. Но зато я нашел квестовый, довольно редкий предмет, эту колбасу. Я, честно говоря, ее пару раз всего встречал. Так что это хорошо. Завершил дейлик для прапора. Вот здесь мне нужно было у диких. Выстрелом грудь, живот пятерых. Четверых я там с болтовки нашлепал каким-то макаром. И тут одного с пистолета надо было добить. Не повезло, в картохе появился. Но добил. И выполнил путь выживальщика-живчик. Мне нужно было провести в состоянии полной дегидратации 5 минут, исключая завод, и выжить и выйти с локации. Готово. Следующий путь выживальщика — это раненый зверь. Мне нужно убить троих диких, находясь в состоянии болевого шока. Этот квест обычно сам по себе выполняется. Ну, либо можете сами себе там что-нибудь сломать, чтобы больно было, и идти стреляться с дикими. По продразведке соленый пес колбасяу вынес из рейда, передаю ее егерю, и в следующем выпуске мы попробуем найти все эти магазины и выжить, выйти с локации, если будет необходимость. Вот, для безопасности я нашел ВД-шку одну, остальные предметы у меня были, деньги есть. Значит, мы можем второго уровня себе безопасность заказать, улучшение займет 3 часа. На этом у меня все. В лесу спокойные рейды получились на сегодняшнем сервере, который я выбрал, северо-восточная Америка получается. То, что надо. Как раз я по квестам егеря пробежался сегодня прямо от души, 5 квестов сегодня закрыл, это здорово. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился, спасибо всем за вашу поддержку, за пальцы вверх и добрые отзывы. Приятной игры, хорошего настроения и до следующего выпуска. До свидания.